Давай подождем. Я считаю, что за 26 лет Лукашенко настолько абстрагировался от реальности, что он просто не способен осознать, что его время закончилось. И он, конечно же, боится новых лидеров, которые способны взять эту власть и способны грамотно распорядиться ей. Время работает на нас в любом случае. Как ни удивительно, но вот это движение, когда народ выходит и показывает свою солидарность, свою волю к победе, свою волю к свободе, это не может быть игнорировано, это раздражает власть.